С вами я, Мигу, не ждали, а я снова тут. И снова в топовой сборке по моду Demon Slayer. У меня на канале не так давно вышел топовый ролик, где мы с моей командой выживали на данной сборке в моде Клинок Рассекающий Демонов. И я спустя 5000 лет решил сделать на нее обзор. Последний раз я делал обзоры на модификации где-то 4 месяца назад. Это было очень давненько. И сегодня я покажу вам мою личную сборку по моду Demon Slayer, или же Клинок Рассекающий Демонов. С огромным количеством модификаций, которых вы не найдете в общем доступе в интернете. Сразу отвечу на ваш банальный вопрос. Где и как эту сборку можно получить? А получить вы можете ее проще простого, подписавшись на мой Boosty аккаунт. Там публикуется вся самая уникальная информация о выходе новых роликов. Различные секретные моды и мои личные сборки и карты также можете найти именно там. Но не спешите с выводами. И не спешите расстраиваться. Сборку вы все можете получить совершенно бесплатно, подписавшись на мой телеграм-канал. И на 1к подписчиков в моем телеграм-канале я выложу в мой телеграм-канал данную сборку. И мы все вместе сможем на ней поиграть. Так что давай на месте не сиди, давай быстренько в описании и подписывайся. Ну а сегодня в ролике я сделаю обзор на более чем 50 новых ничерин клинков и различных демон-артов, на различную новую одежду и так далее. Поэтому, друзья, ролик для вас будет очень насыщенным, познавательным и интересным. Заваривайте чаечек и делайте бутики, ну а я не буду вас долго задерживать, погнали уже начинать этот замечательный видеоролик. Приветствую вас, друзья, на этом замечательном видеоролике. И, друзья, я давным-давно, очень-очень давно не делал обзоры. Я, если честно, даже не помню, когда я последний раз делал обзор хотя бы на что-то. И это совершилось. Ну и, кстати, вы, наверное, подумали, а этот ролик кликбейт какой-то? Как может быть, что более 50 дыханий новых? Это, друзья, на самом деле нифига не кликбейт, потому что действительно более 50, а если точно 60 с чем-то дыханий новых и различных демон-артов присутствует в данной сборке. И, друзья, смотрите, вот эти демон-арты в сборке присутствуют. Это я делал на эти дополнения 2 видеоролика. Вот, смотрите, справа и слева есть ссылочки, переходите и смотрите. Вот эти демон-арты мы уже обозревали, поэтому их обозревать в этом ролике я не буду, потому что у нас в этом сундуке уже есть огромное количество новых демон-артов. И вы спросите, почему так мало, это же нифига не 50. Ну, я еще считал с учетом вот этих. Это вот. И еще, друзья, вот тут вот. Ну, в принципе, вот это мы осмотрим отдельно. Но для начала давайте вот это вот дополнение уникальное посмотрим. И, друзья, в этой сборочке, чтобы вот эти дополнения установить, нужно установить 5 разных модов. И вот это я все соединил в одну сборочку, и получилось вот такой вот прекрасное создание. Ну, давайте начнем, в принципе, с чего. Давайте, ну вот как тут есть, как лежит, и обозреем все демон-арты. Вот тут демон-арты сперва. Вот этот демон-арт вы помните 100% с выживания. Оно было не так давно, где мы демоны против охотников сражались. И, в принципе, этот демон-арт был у меня, и он просто имбовый. А если вы вдруг, стойте, не смотрели этот ролик, то ссылочка в описании, как бы. Ну, смотрите обязательно, потому что ролик был уникальный и просто крутой. Ну, погнали, друзья, теперь обозревать все демон-арты, а также ничерин-клинки и различную одежду из данных дополнений. Все вы помните способности этого демон-арта. Нажимаем на R, первая способность у него будет... вот она и первая способность. Кстати, ну, в принципе, такое себе. Очень такой неплохой. Способность у него такой разрезающий ветер, не знаю как. Обычная способность выглядит примерно вот так вот, в принципе, неплохо. Радиус атаки довольно большой. Следующая атака, это вот такой вот порыв, тоже очень крутое. Но почему-то я с этим демон-артом проиграл, непонятно почему. Это было прям мега плохо. Но зато, в принципе, ладно, как уж и есть. Следующая способность у нас выглядит примерно вот так. Это у нас просто по площади мы атакуем. Вот так вот. Неплохо, неплохо. И на этом способности моего демон-арта заканчиваются. Ничего такого...
А еще какая-то способность была. Нифига себе, я даже и не знал. Следующий у нас называется Ничирин Сворд Света. О, это даже Ничирин клинок. Аля, как он выглядит, смотрите. Вот это нифига себе. Да, конечно, ПНГшная фотография звезды ада. Да, что она тут делает? Ну-ка, давайте-ка протестим. Обычная атака у него... Вау. Неплохо, неплохо. Давайте, первая атака... Ух ты ж, блин. Это как у Зениц, у Гром, что ли, выглядит? Вау! Это разрез, и мы вперед просто идем. Ля. Вот это просто нифига себе. Это лютая способность на самом деле. Вау, вау, ну это вот это нужно в основную игру добавить. Вот это прям офигенный. Клинок света, блин, офигенный просто. Вау. Вот это, вот еще бы анимации к этому клинку. Смотрите, такую радугу из света делает. Вот это просто, ну это имбище. Следующая атака. О, анимации поехали. Даже анимации есть. Ну-ка, вау. Вау, вау, вау. Вот это, ой-ой-ой. И смотрите, какое быстрое КД. Просто за секунду. Мы можем спамить данными атаками, и нам ничего не будет. Это просто имба. Следующая способность. О, как у Юриичи телепортация. Вау. Вау, даже анимация есть своя. Это я дракона делаю, вот это нифига себе. Это просто имба, это реально имба. Вот эту способность я видел у Кайгаку. Вот такая вот она. Блин, ну в принципе, старина у Кайгаку, только у Кайгаку там молния. О, это, вот это Аказы способность, 100% так же сделана. Прям 100% так же. У нее есть такая же, точно такая же. Ух ты ж, ух ты ж, ух ты ж. Я просто из-за света ничего не вижу. Я там какие-то кувырки, мувырки сделаю. Вау. Это я что, джампер? Я бэхоппер? Вообще из-за света это флешка настоящая. И смотрите, сколько кат различных. Опа. Это уже красная какая-то. Это что я делаю? Так, вот это мы уже видели. А чё, как много способностей у данной каты? Это просто невозможно. Реально очень много. И КД прям очень быстро. Это вообще, это имба. Но они похожи друг на друга некоторые. Во, еще. Тут сколько кат у этого? Это просто бесконечность кат, походу. Еще новая, розовая какая-то. Что? Это, ну, не, вот это самый, походу, жесткий меч. Вихрь, вихрь такой, смотрите. Еще, еще новые. Я не понимаю, где новые, где старые. О, во, 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 все, вот это первая ката. Каты закончились. Более 20 кат у нее, ну вы видели. Это самый имбовый меч пока что. Данное вот этот демон-арт мы видели у Ричи. Это прикольный, кстати, демон-арт. Непонятно, как называется. Если знаете японский, то переведите. Поэтому давайте попробуем использовать. Это тоже типа рис такой. Как на рис похоже, или белые лепестки какие-то, вишни может быть какой-нибудь. Прикольно выглядит. Во-во-во, вот эти вот он колья выпускал, или это лепестки такие прям на камни похожие, вау. Следующая ката, у него ведь много кат было, но мы все равно проиграли. Вот это непонятно что такое. А, не-не-не, это мы кольями стреляемся. Все, понял, понял. Вот такие вот колья, вау. Просто их не видно из-за темноты. Следующая способность у нас. А почему он этим не пользовался? Это просто имба-щит у него. Он мог защищаться и использовать, его бы никто не бил. У него такой просто имбовый демон-арт, и он им вообще не воспользовался, умирал только как слабачок. Ну вот это хороший демон-арт. Если вам он нравится, то напишите обязательно в комментарии, это обязательно. Вау, так у него кат, блин, огромное количество, он пользовался всего двумя. Хотя у меня там 4 всего каты вроде, ну это маловато. Вот смотрите, вот просто лепесточки, блин, разлетаются. Вот это, кстати, баганная вещица, у нее на какой-то кате, вот на этой вещице баганная вещь, поэтому... Да, дождик пошел. Раз, два, три, дождик, уйди. Вот и все, ясная погодка. Так, давайте-ка используем каты. Первое... А, это у нас числа. Нифига себе. Демон арт чисел, это... Демон математики! Если бы его в игру добавили, это для меня был бы самый страшный демон. Я бы тогда в игру даже не заходил. Ну, блин, если есть демон арт, то боюсь предположить, что здесь есть и демон математики. Вон, смотрите, какие числа пи летят. Следующая, давайте, ката, это...
тоже такие восьмерочки, или это бесконечность какая-нибудь, похоже на знак бесконечности. Он на восьмерке или знак бесконечности, скорее всего, в принципе, похоже. Вау, 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 вау. Крест такой умножить. Не знаю, что это. Следующее. Вот это нифига себе. Вау. Вау, он как светится красиво. Если б я в том выживании, когда мы сражались против охотников, вот выбил этот демонарт, я бы их числами задавил, вот реально. На, вот так вот и все, они бы разлетелись. Вот этот демонарт, он вроде не работает, он VIP, пишется VIP. А это значит еще не законченный, либо у меня к нему нету доступа. И смотрите, столько каты, ни одна не работает, к сожалению. Так, вот этот демонарт был у Виктора Соло. А, нет, это не у Виктора Соло, это какой-то другой демонарт. Ну-ка, что это? Блин, я уже столько... А, это тоже вроде VIP, у которого почти ничего нету. Ну-ка, да-да-да, у него тут все каты VIP. Следующий это у нас... Блин, похоже на Ничирин клинок, но это какая-то палочка. Палочка или Ничирин, моделька какая-то незаконченная, потому что, ну, похоже на Ничирин. Это тоже свет какой-то, да? Чё-то у нас сегодня света прям очень много. Ну да, это типа свет какой-то, стандартные майнкрафтерские эффекты, к сожалению. Вау. Вау. Не, ну тот поприкольнее выглядел. У него там какие-то еще больше эффектов всяких. Вау. Обычные? Ой-ой-ой. Это просто взяты за основу обычные из Demon Slayer каты и просто переработаны, скорее всего. А вот этот вот уже демонарт был у Виктора Соло. И поэтому, друзья, давайте его обозреем. Это вроде с виду когти какие-то странные, но это, друзья, огненный демон арт. Вау. Это мы тут сатану призываем. Следующая способность. Обычные удары со скоростью. Следующая способность. Усиление и режущие атаки какие-то. Странно. Все. Ну да, у Виктора Соло прям мега плохой. Мега плохой демон арт попался. Ну и, друзья, сейчас я вам покажу самый имбовый, по моему мнению, демон арт, который вы можете выбить. Ну или найти где-то, ну или взять в креативе. Не знаю, где его можно получить. Но у него просто дофигища кат, и они имбовые. Первое. Это вы увидите сами сейчас почему. Вау, вау, молния, ветер был, сейчас молния, запомните. Сейчас огонь. То есть, друзья, мы с вами в Demon Slayer становимся аватаром настоящим. Мы обладаем всеми стихиями, наверное, не знаю. Я все способности не смотрел, но вот, допустим, огонь. Это, кстати, очень крутая и очень сильная ката. И сам вот этот демон арт, он очень сильный. Видите, лед. Огонь, лед, воздух, молния уже была. Так, остается вода какая-нибудь. И земля. А, что, все, что ли? Блин, а я что-то думал, что больше. Ничирин Sword Star. Ё-моё, это супергеройский какой-то Ничирин клинок. И, если честно, выглядит моделька мега убогая просто. Ну и что это такое, блин? Что это за способность меча удара? О, что? Слышите этот звук? Это новогодний! Новогодний Ничирин клинок, вау! Новый год-то не только недавно закончился, а тут новогодний Ничирин клинок, блин, это круто. Смотри, даже анимации есть какие-то. Капец, звук имбовый. Вау, это просто очень имбовый звук. Это праздничный Ничирин клинок. Вау! О, что? Ребята, не используйте его дома. Пожалейте. Я уже пожалел. Еще раз используем. Офигеть, он нас создает кратер аж. Это круто. Это действительно круто. Мало таких Ничирин клинков. Нифига себе. Но я думаю, он больше не будет кратеры создавать. Ну-ка. Вау, он там тройную способность юзает. Ой, 9, 8, 7, 6, 5. Не надо, дядя. 3, 2, 1. Вот это ни хрена себе. Это Atomic Sword. I am Atomic. Это реально Atomic Sword. Итак, давайте начнем вот с этого необычного Ничирин клинка. Я даже не знаю, работает он или нет. Да, работает. Это у нас демон арт вообще. Это демон арт молния, который бьет
Соответственно, молния и ничего более. Ну, прям вообще такое себе, мне не очень нравится. Вау, как он смотрится, как он смотрится, ребята. Ну, я не могу это не вставить. Ну, это просто имба. Самый крутой и самый красивый. Это у нас Саски какого-то, не Чирин Клинок, который Аматерасу окружен. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, что он умеет. У него вот такие черные удары. Первая его атака... Вау, черными такими эффекты слабоватые, конечно. Просто обычный ударчик. Блин, еще один быстрый ударчик. Вау, барьер создает, темный барьер. Это мне нравится такое, это я. Это, блин, да, я такой. Вау, вау, что это было? Я даже ничего понять не успел, ну-ка. Вау. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я чуть лисичку не убил, извини, пожалуйста. Следующий давайте посмотрим, это Nichirin Sword Heaven. Ля, это Heaven, реально? Это из Джо-Джо Heaven? Джо-Джо? Мейду и Heaven! Реально, Джо-Джо в Demon Slayer? Ну, давайте посмотрим, что за Heaven такой. Сейчас Maiden in Heaven и остановку времени ее занет. Вау. Ну, тоже какой-то этот, блин, КД очень быстро. Это какой-то свет, тот же свет. Чем-то похоже вот на Light Sword, вот мы его обозревали. Вау. Вау, вот это прям офигенная атака. Обычная, обычная. О, скорость 10 дается, ля, сила, сопротивление 4, регенерация 5, вот это нифига себе. Вот это очень полезная вот типа ката. Так, Nichirin Sword Axe, вот этот самый такой рофильный на самом деле и самый такой читерный. Им нельзя 100% пользоваться обычным людям, потому что, ну вы сейчас сами посмотрите. Да, друзья, это Nichirin Клинок, который стреляет топорами. Не понял. После этих эффектов, друзья, вы умираете. Поэтому не пользуйтесь данными эффектами Maiden in Heaven, нафиг его надо. Это у нас атака топорами, это вот так вот мы топоры каменные бросаем. Следующая атака, деревянный топорик. А, даже незеритовый, разными топорами кидаемся. Золотой вот летит, железный, золотой. Прикольно. Вау. Вау, выдаем себе топорик на 507 урона, который на один удар. Острота 1000, друзья, острота 1000. Следующие это уже идут обычные, привычные нам Nichirin клинки. И, блин, прикольно выглядят на самом деле. И на самом деле хунчуанчини, извините, если вы на японском японец. Я не знаю, как это переводится. О, тут вот уже на английский. Nichirin Sword Death Snow. Nichirin Sword Dlef. Че? Давайте вот этот вот японский какой-то посмотрим. Ух ты ж. Ух ты ж. Красиво. Красиво. Ух ты ж. Это быстрый, быстрый рывок такой. Фу. Быстро, быстро и красиво. Это тоже ветер какой-то своеобразный, как у Шинозугавы. Да-да-да. Блин, даже прикольный. Очень прикольный такой. Вау. Вау, вау, что такое, ля? Вот это вот имба способность, множественные режущие удары. О, вот это как у Тазика, мой любимый самый прием у него. Вот такой вот вихрь, который очень много сносит, кстати. Ну и на этом все. Следующий Nichirin Sword, просто Nichirin какой-то... Ледяной, ледяной, ох ты ж, а вы смотрите на эту 3D-модельку, ля, а, реально, снежинка нарисована, ля, круто, слушайте, очень прикольно, очень прикольно. Опа, подлетаем следующей катой, следующая ката, берем, 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 делаем, о, что? Что это? Ха, дымок какой-то, блин, странная вещь. Wow. И это у нас Nichirin клинок листьев, лепестков, который был у Догофи. Берем, используем его первую кату. Вау, вау. Кстати, у него красивый Nichirin был. Вау, очень красивый. Следующая ката. Опа, опа, нифига себе, нормально. Нифига себе, такой быстрый рывочек тоже с помощью листьев. Во, защита, вот из-за этого, кстати, возможно, вылетало у Догофи. Вот из-за этой способности, так, потому что очень много эффектов. Друзья, ну, я вам сразу скажу, сборочка на слабые ПК не факт, что потянет. Тянуть-то потянет, но не все каты у вас потянут. Поэтому советую в настройках выключить все эффекты, чтобы так сильно не лагало. Поможет. Так, следующая способность, что это?
такое, разрезающие какие-то атаки у нас. Давайте юзнем следующую сразу способность. Блин, кстати, как-то долго-долго. А, ну все, у него, в принципе, не так много кат было. У меня в спине протыкнули балалайкой. Нифига себе. Так, следующий это у нас, смотрите, тоже 3D-моделька очень красивая. Мне очень нравится. Снежинка такой ледяной Nichirin Swirled. Давайте, первая ката. А вот тут постарались. Вот тут реально постарались. Смотрите, это нестандартные майнкрафтерские эффекты. Смотрите, даже квадратики такие есть, сами, видно, делали дополнение. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Прикольно. Ну, а тут вот, да, стандартные на некоторых. Вот! Во-ля! Реальные снежинки, смотрите, ледяные. Это очень круто. Это очень крутая способность. Она прям слепит с шейдерами. Следующее. Вау, пум. Прикольно, прикольно. Поднялись так. Вихрь, ледяной вихрь. Почему бы нет? Блин, быстрое перемещение. Смотрите, какие снежинки крутые. Вау, вау, просто вау. Это просто имба. Это просто имбище. Следующая способность. Что? Что? Это кого я выпускаю? Какую-то голову ледяной Будды? Вау! В натуре голова ледяной Будды. Ну-ка я вас ее пульну. Вау! Блин, меня в натуре проткнула балалайка. Ай, блин, друзья, позвоните в скорую, умираю. Давайте следующее используем. Это уже на клинок Nichirin Yoriichi похоже, но только какой-то толстый, смотрите. Каменно или дымовой какой-то. Смотрите, дым просто. Да! Это у нас дымный Nichirin. Nichirin дыма. Nichirin смоука. Вау. Только он как-то не похож. Почему он красный? Или пепла какого-нибудь. Nichirin пепла. Ну-ка. На японском непонятно. Вот он даже ослепляет, смотрите. Вау. Флешечка такая небольшая есть. Вот это прям прикольно. Прикольно. Да-да-да, такой вот смоук. Это смоук, скорее всего. О! Это слепо чистое. Опа, слепил, убежал. Смотрите, слепо и убегаешь. Давайте балалайку юзнем. Вот это вот у Накимы рабочее. Во, видите? Вот такими способностями мы можем пользоваться. Мы можем призывать двери и забирать в крепость Музана нас же. Прикольная, прикольная тема. Очень крутая. Следующий Nichirin слайм. Слизью фигарить сейчас будем. Выглядит, ну, так себе, если честно. Свои звуки есть, но нажимаю R. Друзья, Nichirin слайм как бы недоработанный. Это у нас тоже непонятно чё. Такая вот маленькая катанка. Оп, блин, скипнул нечаянно одну. О, тоже офигенный звук. Слепо какая-то. Белый Nichirin. Вау, тоже какой-то смоук, свет, непонятно. Отбеливатель. VIP, VIP. Вау, вау, вау. Еще одна снежинка какая-то, что ли? Обычная от... О, что? А, круто выглядит. Это на какую-то еду, кстати, похоже больше. Я есть захотел, это пельмешки. Пельмени. Это у нас Nichirin Sword пельменей, походу. Сколько пельменей. Это китайские пельмешки. Вау-вау-вау. Вау-вау-вау. Или это, как... ну, не, в натуре пельмешки какие-то. Либо вау. Это, короче, когда пельмешки кипят с молнией. На молнии жарятся пельмешки. Прикольный, кстати, это прям вот сами делали. Видно, сами делали, потому что такого не найдете вы, таких эффектов. Пельмени, видно, сами лепили. А если сами лепили, значит вкуснее, соответственно. Вау, вау. Ух ты ж, улетел даже. Это у нового. О, о. Даже поджарить пельмени можно. Нифига себе. Пельменный Nichirin Sword один из моих любимых теперь. Давайте следующий. Nichirin риса, который был у барона. Вау. На риса это, конечно, не очень похоже. Это на белые лепестки вот похоже больше всего. У него всего три каты вроде. Да, вот три эти каты. И следующие не работают. Да, не так много, но сойдет, в принципе. Сойдет. К этому, кстати, Nichirin'у даже есть отдельный персонаж, если его не видели. Следующее. Ночное зрение. Я сейчас опять умру. Это нифига себе. Смотрите, просто смотрите. Вау, просто вау. Странный Nichirin клинок. Че это? Ну блин, конечно, непонятно ничего. Следующий. Вау, фиолетовые эффекты с белым сочетаются великолепно. Красные эффекты. Ой-ой-ой-ой. Прикольно, прикольно. Вау. О, что? Где-то я, кстати, видел уже такую способность. Но только фиолетовая. Смотрите, какой-то круг фиолетовый создаем и... Блин, это один из лучших пока что Nichirin клинков. О, меня резко назад откинуло, смотрите.
Мы бьем и резко отступаем назад, смотрите. Вау, и резко, типа, убиваем и сразу отступить еще можем. Это круто. Опа, это ями-ями-нуми, фрукт уже какой-то пошел. Затягивать буду людей. Вот этот вот прям, ну выглядит, вот скажите, ну выглядит же круто. Выглядит же просто имбово этот, ну мечик, ну очень крутой, вот реально крутой. Это у нас ничерин, непонятно чего тоже. Вау, вау. Каких-то зеленых лазеров. Ну вот это вот я бы даже больше слайм типа дал ему. Это больше на слайм похоже. Либо на какую-то ничеринс ворлд удачи. Типа зеленые такие эффекты. Вау. Звук дракона. И все что ли? Как-то маловато кат. Всего 3 каты, друзья. Мало, очень мало. Ну теперь, друзья, настало время. Настало время на самый имбовый, на самый сильный ничерин клинок. Это, друзья, ничерин клинок дракона. Почему дракона, сейчас увидите. Вау. Первое, это у нас такой быстрый рывок. Баф какой-то я даю. Или просто рыгнул. Рев какой-то дракона. Воу, 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 воу. Огненные атаки действительно крутые. Воу, огненный рывок. Огненный рывок, в принципе, неплохо выглядит. Следующее. Какие-то ударчики. У него, кстати, кат полно. У него кат прям очень, ну, достаточно. Только не все такие, конечно, прикольные. Вот, допустим, вот каты нету. Бесполезная ката. О-о-о-о-о, сатанистский круг какой-то создали. Вот он, друзья, дракончик. Мы создаем дракончика. Можете посмотреть, полюбоваться. Мяу, он улетает просто. Мяу, он улетает в небо. Вау, лети себе, братанчик. И, в принципе, ух ты ж, я даже летать еще могу. Это еще не все каты. Я думал, дракон это финальная ката, нет? Ух ты ж. Дракон красный с молниями. Это как у Зеницу, кстати. У нас остается последний ничерин клинок. Это уже из другого дополнения тоже. Но это какой-то вот, судя по рисуночку, смотрите, ничерин, черепов какой-то, блин, очень круто выглядит. Чем-то похоже даже на грудную клетку Ган Девила из аниме «Человек-бензопила». Прям, ну, похоже на грудную клетку. У него тоже там черепа такие. Давайте посмотрим, что есть. Это, да, это ничерин смерти, скорее всего, какой-то. Или ничерин черепа. Чистилище. Не знаю, как его назвали. Вау. Коричневые эффекты, конечно, цвет говна. Такое себе прям. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Следующие. Опа. Невидимкой становлюсь. Прикольно. Это я исчезать могу. Конечно, способность палевная. Бам. Такое себе тоже. Что-то не особо, друзья. Ну, не особо. Не особо. Следующая способность. Непонятно, непонятно. Теперь я стал, друзья, падшим ангелом. Я могу летать с этими крыльями, действительно, но я потому что в геймоде сейчас. И у нас остается одежда, в принципе. Последняя часть дополнения с остатками ничерин клинков и топовой броней остается под небольшим секретиком. Ради интрижки, конечно же. Кто хочет, тот обязательно узнает, что там еще осталось и какие уникальные ничерин клинки вас ждут дальше. Ну а мы переходим к топу самых крутых ничерин клинков. Погнали!
what you do, get down on the floor. Ну что же, друзья, ролик подошел к концу. Хочу услышать ваше мнение по данной сборочке. Понравилось вам или же нет? Напишите свое мнение обязательно в комментариях. И напоминаю, что сборочку вы можете получить совершенно бесплатно, перейдя в мой телеграм-канал и подписавшись на него. И на 1к участников данная сборочка там появится. Все ссылочки на телеграм-канал в описании, поэтому заходите, подписывайтесь. Не упускайте свой шанс получить офигенную халяву. Ну а если не хотите ждать, то welcome my Boosty аккаунт. Там еще кучу всего разного и интересного есть. Не только данная сборочка. Думаю, перейдя на мой Boosty, вы удивитесь. Ну что же, друзья, а с вами был я, Мегоу. Это был мод Клинок, рассекающий демонов. За старание под этот ролик обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, а также напишите свой самый приятнейший комментарий. Ну и ждите следующий ролик по этому замечательному моду меня на канале. Всем счастья, добра и всем пока-пока. До следующего ролика. Пока-пока.